эфире новости. В студии Ольга Калаирова. Здравствуйте. Перспективы инвестиционного сотрудничества по линии Минск-Пекин сегодня обсудили во Дворце независимости. Наш президент встретился с первым вице-президентом китайской компании City Construction. Это дочка крупнейшей финансовой корпорации Китая, City Group, входящей в топ-500 компаний мира. Ее хорошо знают в Беларуси. City – наш давний и надежный партнер. Компания вложила в совместное предприятие сотни миллионов долларов. BLG, цементное производство, льнокомбинат. Это только знаковая сфера притяжения китайских инвестиций. Но это не предел. Наше партнерство в ранге стратегического, и стороны намерены укреплять его новыми проектами. Хорошее поспорье для этого – политическая воля лидеров двух стран. Есть ряд вопросов, которые мы должны с вами обсудить, потому что вы крупнейшая компания, которая работает в Беларуси. И все это связано с тем, что мне надо основательно подготовиться к разговору совсем скоро, как мы договорились с председателем Си Цзиньпином. Мы провели обстоятельную и содержательную встречу на земле Самарканда с председателем, обсудили все экономические вопросы нашего взаимодействия, в том числе и вопросы, которые входят в сферу вашей компетенции и ответственности, и договорились, что после 20-го съезда КПК мы более основательно в таком рабочем режиме поговорим и об экономике, и о политике. Китайский гость поблагодарил Александра Лукашенко за многолетнюю поддержку корпорации в Беларуси и отметил высокий профессиональный уровень белорусских партнеров. Ситик в будущем рассчитывает на большее участие именно белорусских компаний в совместной работе. А в целом Минск и Пекин констатируют рост инвестиционной активности в нынешнем году. В первом полугодии он в полтора раза выше показателя минувшего года. И в Китай сегодня отправился первый железнодорожный состав с белорусским торфом. Груз на 1500 тонн направили в дружественную страну в честь 30-летия установления дипотношений между двумя государствами. Отправке предшествовала торжественная церемония в китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень». На встрече пояснили, что поставка первой партии торфа сыграет большую роль в развитии торгового сотрудничества между странами. Удовлетворит постоянно растущий в Китае внутренний спрос на плодородный грунт на основе торфа и увеличит поступление экспортной выручки в Беларусь. 2 миллиарда 420 миллионов российских рублей и 10 новых контактов. Это итог деловых переговоров на бизнес-форуме «Беларусь-Татарстан». Сегодня в Казани с визитом делегация белорусского правительства. Особое внимание на переговорах импортозамещению. В тесной кооперации с российским КАМАЗом работают наши МАЗ и МТЗ. Разработки «Горизонта» уже в следующем году будут на конвейере российского большегруза. Сегодня обе страны обсуждают более тесную кооперацию. Создание кластеров, где наука и производство – работают сообща. Ключевая задача сейчас – это быстро освоить производство станков нового типа, значит, обрабатывающих центров нового типа. И здесь одному производителю и разработчику будет очень сложно. Поэтому мы разговаривали с нашими российскими коллегами о необходимости в ближайшее время формирования такого, наверное, межгосударственного станкостроительного кластера с некоторыми мерами поддержки государственной, потому что эта сфера должна рвануть очень быстро. Здесь не только это на стыке находится машиностроение и вычислительных технологий, IT-технологий, потому что современные обрабатывающие центры, конечно же, напичканы современной электроникой. Белорусы в Казани сегодня ознакомились с работой технопарка и представили партнерам свой трактор-беспилотник, а также обсудили капитальное вложение в новые проекты в инвестагентстве. Страна ЕС ждет длительная и глубокая рецессия. Такой прогноз сделали немецкие экономисты Deutsche Bank. Они отмечают, что с июля энергетический кризис в Европе существенно обострился. В связи с чем предыдущий прогноз мягкой рецессии грядущей зимой больше не является актуальным. С середины этого года до середины 2023-го реальный ВВП в еврозоне по подсчетам экспертов снизится примерно на 3% в годовом исчислении. И принимаемых правительствами мер вряд ли будет достаточно, чтобы избежать
ждать экономической катастрофы. В Великобритании курс фунта стерлингов достиг минимума по отношению к доллару с 1985 года. Сейчас стоимость официальной валюты 1,13 доллара. Продолжает ослабевать и национальная валюта Японии. Чтобы поддержать иену, Центробанк страны впервые за 24 года провел валютную интервенцию. Киев продолжает атаковать мирное население Донецка. Эти ужасные кадры мы получили только что. В ходе обстрела со стороны ВСУ крытого рынка много пострадавших. Сообщается о 5 погибших. Уничтожен автобус. Точное число попавших под обстрел артиллерии уточняется. Очередная победа демократии и свободы слова в Литве. Вильнюс принял решение лишить эфира российские и белорусские телевизионные каналы. Соответствующие поправки к закону об общественной информации принял Сейм. Новый запрет будет действовать до 1 октября 2024 года. Масштабный велопробег в день без автомобиля. От аквапарка Лебяжи стартовали более 100 представителей столичных организаций. Руководители коммунальной сферы, промышленных предприятий и сферы образования с самого утра пересели на велосипеды. Финальная точка – площадь Победы. Здесь участники возложили цветы к монументу в память о героях Великой Отечественной войны. А неподалеку, в парке Горького, стартовал пробег электродевайсов. На старте электроскутеры, сегвеи, моноколеса и самокаты. Тем, кто сегодня выбрал экологичный транспорт вместо автомобилей, дарят фрукты в нескольких точках города. А предъявив водительское удостоверение и техпаспорт, весь день можно ездить на общественном транспорте бесплатно. Больше информации у моих коллег в 15 часов. Я на этом с вами прощаюсь. До завтра. Всего доброго.